Святителю Иоанну Златоусту принадлежат такие слова: «Злой человек опаснее ядовитой змеи, потому что змея открыто яд свой налагает, а злой человек скрытно жало наносит». Святитель не случайно произнес эти слова. Ему много пришлось претерпеть в течение жизни и от врагов церкви, и от лже-братьев. И мы знаем, что годы жизни своей он закончил не в Константинополе, а в далеком кавказском районе. Там господствовала малярия, и туда ссылали самых таких опасных преступников, памятуя о том, что долго человек прожить в тех местах не мог. И вот святитель Иоанн Златоуст, наверное, под впечатлением всего того, что лично испытал от тех людей, которые наносили яд ему, и сказал эти пронзительные слова, которые следует запомнить. Ну, а что происходит, когда человек наносит нам яд, когда кто-то нас жалит? Ну, как и в случае со змеями ядовитыми, следует делать все, чтобы избежать встречи с таким человеком. Не всегда можно опознать в том, с кем мы встречаемся, человека, способного нанести нам яд. В отличие от змеи, внешний вид которой уже вызывает и страх, и отвращение. Человек может скрывать себя и не проявлять свою способность жалить, смертельно жалить другого. Так или иначе, многие скорби приходят к нам именно от нашей неспособности разобраться в людях. Потому что нередко, будучи очарованы или заинтересованы каким-то человеком, с которым мы встретились, мы с легкостью впускаем его в свою жизнь, а потом нередко и очень тяжело разочаровываемся. Такова реальность.